Сегодня свое мнение по поводу нового законопроекта высказала и Общественная палата. Она предложила провести процедуру так называемого нулевого чтения, то есть вынести проект на обсуждение общественности и в первую очередь журналистского сообщества. Журналисты, которые по нему будут жить и будут работать, которых этот законопроект касается непосредственно, они как-то не поставлены в известность. А это при том, что законопроект, новый законопроект о СМИ нам на самом деле необходим. Я понимаю, что это как-то может быть немножечко растянется во времени это обсуждение, но мне все-таки кажется, что взгляд журналистов, которые будут работать по нему, он очень важен в данном случае. В основе нового приднестровского проекта российский закон о средствах массовой информации. Специалисты его лишь адаптировали под особенности нашей республики. Нам надо просто будет определиться, каким образом мы вынесем этот проект закона на общественное обсуждение. Почему? Потому что закон очень актуален и он уже давно созрел. Если этот процесс затянется надолго, а есть такие подозрения, что может затянуться в связи с этими процессами, он, скажем так, он нужен был еще вчера, этот закон. И поэтому тут тоже надо будет выбрать ту позицию, которая бы уравняла все плюсы и минусы. Напомним, последний закон о СМИ был принят в 2003 году. С тех пор в него не раз вносили поправки. Ныне действующая редакция закона, говорят госслужбе, уже не отражает сегодняшних реалий. К примеру, в документе не учитывается появление современных технических средств и сетевых изданий. Именно поэтому в прошлом году профильное ведомство также вносило на рассмотрение депутатов проект закона о СМИ. Верховный совет отклонил его в первом чтении. Кстати, тогда законопроект был полностью разработан журналистским сообществом. Субтитры